готов! Четвертый готов! Ручной зал первый ставим. Пуск. Минометная батарея, боевые условия – это боевые задачи, выполнение боевых задач – это одна стезия действий. А это проведение праздничных мероприятий, скажем так. Помимо того, что, скажем так, запуск салюта, это еще отдань патриотической какой-то части нашей деятельности. Сложности – это прежде всего единый залп. Это очень сложный такой момент в данном мероприятии. Нужно одновременно у нас стреляют и салютные установки, и орудия. Орудий у нас 6, поэтому должен быть единый спуск боевых механизмов. Также единообразное заряжание зарядов в канал ствола. За световой эффект отвечают салютные установки, а звуковой эффект отвечают у нас пушки. Вот, и вместе получается единая картина.